Эдуард Успенский. Отрывок из произведения «Вниз по волшебной реке». Глава первая. Волшебная тропинка. В одной деревне у одной бабушки жил один городской мальчик. Звали его Митя. Он проводил в деревне каникулы. Целыми днями он купался в речке и загорал. По вечерам он забирался на печку, смотрел, как бабушка придет свою пряжу, и слушал ее волшебные сказки. «А у нас в Москве все сейчас вяжут», — говорил мальчик бабушке. «Ничего», — отвечала та, — «скоро и прясть начнут». И она рассказывала ему про Василису Премудрую, про Ивана-Царевича и про страшного Кощея Бессмертного. Однажды утром бабушка сказала ему: «Вот что, возьми-ка ты гостинцы и сходи к тетке моей двоюродной, Егоровой. Погостишь у нее, поможешь, чего по хозяйству, а то она одна живет. Старая совсем стала, того и гляди, в бабу-ягу превратится». «Ладно», — сказал Митя. Он взял гостинцы и пошел по дорожке через лес. Все прямо и прямо, как ему бабушка объяснила. Но чем дальше он отходил от деревни, тем больше удивлял.